А, вот почему немецкий стак на эту карту зажил, я понял. Слушай, у них стак ведь. Так нет, а именно ты... что немецкий стак на эту карту, пожалуй. Немецкий стак, они сейчас, они... Ну, слушай, немецкая карта, немецкий стак. Мне кажется, не в свою пользу игра. Хибернянцу суджи. Они на своем поле только хлеб. Готовься. Да не знаю, на самом деле это отдаленно напоминает то, что о чем вы думаете. Ну, к сожалению, это напоминает, поэтому... Ну, все. Отдаленно. И вот тут облака какие-то странные. Инженеров вывел просто. Что я классно видишь сделал карбонку? Опять? Это не карбонка, это печь. Инженера вывел. Так что он у тебя проехал метров 50, чтобы завод построить. Ой, я не видел. Это не завод, а это... Хлебушек. Или как там у тебя, булочка? Я уже забыл. Так. Нет, хлебушек он, хлебушек. А, да. Этот... Помнишь, что намит надо еще? Да. Опять много требуешь. Много? Собирать реклейм, чтобы он быстрее выиграл своих оппонентов? Как? Много я много потребовал. Много требуешь, очень много требуешь. Невероятно. Я же не говорю ему, убей всех одним стратом. Хотя да, именно да. Это надо сделать. Это невозможно. Это невозможно, я не сложно. Нет, это возможно. При определенных условиях. При определенном условии интеллекта. Нет, вот интеллект не роляет. Роляет? Как? Еще удача нужна. Все зенитки гадшипами, а потом добивать ты стратом, то так, в принципе, можно. Гадшипами в кучку собрать всех оппонентов и это... стратно. Кто-то подлагивает. Mm. Пуп. А, Какашкинс подлагивает. Какашкинс, это же правильное слово? Риот. Ника. Сомневаюсь. А я не сомневаюсь. Ну обосратыш тогда, это правильно? Ладно, называй его так. Как? Обосратыш сойдет. Я написал плюсик, но я не знаю, что он спросил. Сейчас почитаем, что он. Сит черный дым из печки выходит. Думаешь, был топливом? Это шины. Я думаю. А короче, он предполагает, почему что у тебя мехи на базе не заняты, а? Все. Я предполагаю. Да, он предполагает, что он лагает. Что-то уже. Что значит предполагает? Он точно лагает. Он еще насрал тут. Он пу и сру написал. И пу и сру. Ну вот. Пусть пу и сру. Не, ну я удивляюсь таким. Которые поставь могут и срать, и жрать. Одновременно еще, да? Хлебушек, почему ты чужие мехи обстраиваешь? Тебе не стыдно? Вообще-то прошлый раз забрал я этот мех. Ну да, в этот не ты. Пока ты не трогаешь мехи Сида... Энергии, скинь, пожалуйста. Сид трогает твои, короче. А еще есть? Нет. Ну и хорошо. Опять много требует. Да немного, я чуть-чуть. Да конечно. Я уже специально в играх делаю дополнительные гены. Дополнительные гены, дополнительную энергию.
Да, все ради меня, сейчас скажу. Короче, первые 5 минут, если ты там играешь, постоянно что-то ему давай. Вот дыр-клоуны и этот, и аристократеры. Не забывайте, что на этой карте навалено кучи. Берите эти кучи и реклеймте. Читай один инженеров, реклеймте. У кого есть Т2, спамьте спарки. Ну, давай, подожди. Ой, господи, им просто спамить надо. Сид, а чё это за смайлик в виде съемка? Там просто один раз посмотреть на карту, увидеть реклейму кучу. Где смайлик? Слушай, если они тебя вынесут с балансом таким... Не, энергии нет. Ну, проси в этом. Блять, вот правильно. Я тебя скинул, но мне как-то не очень. Ладно, придется на паузе. У тебя генов, может, мало. Не, вроде... У меня уже больше 12 генов, ты о чем? Я о том. Мне инженеры гличат. Этот сраный какашкинс. Скажите ему... Нет, не говорите ему. Когда ты кому-то писал, там было что вроде кинокамеры. Аристократер, а ты меня на стриме слышишь? Вообще. Хороший скаут, кстати, Аирщик. Я тебя забыл похвалить за скаута. Вот, аристократер, делай ган, если ты меня слышишь. Тебе уже в Т2 надо ленд, мне кажется, идти. Ой, Аир, Аир. Этот, Аир, я меня тебе уже говорю. У меня уже делается Т2, Аир. Окей. Хочу выразить королю соболезнования в связи с тем, кто в его команде играет. Ну что, ты уже построил энергию? Он щит апает, что пишет, ерунда какая-то, наверное, мне кажется. Да, Сид, вот потом доверяй таким. Не, я же сказал ган, да. Ну он, апает. Ну может, я не знаю почему, ну ладно. Знаешь, либо он сейчас отменяет, либо ты ему все-таки докинешь. Да нет, он быстро апает, в принципе, что ему отменить? Вот больше сюда энергии. Юнит белый пошли. Энергия. У него нету. Он пусть его у желтого просит, он ни черта не делает. Ну, желтого желтый. Да мне кажется, желтый даже не знаю, как скидывать. У него стоит. Слушай, знаешь, почему он после этого апнет? Он после щита апнет, он на глушилку. Классно будет. Нет, а почему он делает первым щит, когда ему сказано другое делать? Вот что меня удивляет. Ну, то энергии не переливает из команды. Знает, может, еще. Не привык, что щит не апает первым. Нет, щит. Тебе говорят, апай ган. Есть щит. Я начинаю щит делать. А ган щит. Дерьмо пушку он апает. Сид, у нас дефицит энергии, у зеленого нет энергии. Я знаю, что у меня тоже нет энергии, что? Что я сделаю? Ну, я не знал то, что у тебя нет энергии, то, что я тебе давал энергию. Ты мне мало давал. Поэтому у меня и нет. О, у тебя есть энергия, кидай мне. И дыр-клоун тоже, и вот серый тоже, у них есть энергия? У всех есть энергия, кроме меня. Ну, они секунд 5 минут отпустили. У меня уже теперь тоже есть энергия. Ого, мне залить. А, ой, шли сюда, быстро, быстро моих инжириков кушают, кремсают. И туда два танка пошли, чтобы ничего не пропало. Дыр-клоун, сюда юниты под... Ой, аристократер, подведи, чтобы реклейм они не брали. Вот этот дыр-клоун, почему он не дропает на мех-то, а? И не занимает. Я не понимаю. Он что, не видит свой мех, что ли, не все на базе? Единственное объяснение. Вот сюда дальше шли, чтобы они не реклеймили.
Дырклон показывает свой незанятый мех. Типа, посмотри, Сид, я его не занял. Я хорошо справляюсь. Игмораль. Вот сюда я говорил, пошли, хлеб. Что сложного? Ты опять этот подбухиваешь? Я уже... попал. Хлеб, комом туда не ходи. Тебя же изнасилуют. Ты любишь, когда тебя насилуют? Нет. А почему ты тогда туда идешь? Кратер, тебе направо надо идти, я а не туда. Не туда. Налево хлеб идет. И смерть найдет. Энергии. Пожалуйста. Пожалуйста! Да, у я тебе лагает. А, ладно, спасибо. Пристав себе, да? Нет, почему? Я вежливо же прошу. Поначалу. Ты так вежливо накричал на него. Потом вежливость моя перестает показываться. Слушай, а где в реальности? Ты в реальности где-то еще так злишься? Что? Ты в реальности где-нибудь еще так злишься или только в Супремке? Нет, только в Супремке. Зачем мне в реальности? Не, представляю, в реальности такое-то. Ты МДшки не забудь этот. Не выдали тебе. Леп, пожалуйста. Чек, после покупки такой. Чек, бай! Было бы прикольно быстрее. Выпивает из них все соки и выбрасывает их пустые оболочки в поверхность. Ну? Я уже сам не помню, что я, ну, что я хотел-то. Энергию ты хотел, наверное. Не знаю, энергия вроде есть. Что еще я хотел? Ну, даже ни хрена типа не купит. Чё у тебя масса копится? Ты в курсе? Куча инженеров ассистит, но недостаточно. А, не второй мех сразу же. Давай иди, второй. Кратер, туда, всем! Чё ты говно ссаное строишь? Ты же апнул ган! А инженеры чинят юниты, блин. Да, я заметил. Можешь дальше мех якуть. Или стеночку построить. Или начать. Ты ТМДшку так и не сделал, что ли? А, делаешь, ладно. Я просто минус 28 масса. А еще сколько минус? Вот сюда, пошли чуть-чуть танков хлеб. Комом, ты опять на мид пошел, да ты болен чем-то. Идиот. Ну, ты сдохнуть хочешь, ну и сдохни. Ой, ой. Я ему несколько раз говорю за игру одно и то же. Ой, как ты это допустил, Си? Что? Проскаутили тебя. А, это я знаю. Так это из-за хлеба, с его базы прилетело. Ты мог отвезти. Самый хлеб, а? Ну ты мог отвезти там, где не скаутит, боже. Вот этот сотник, его надо фейшить. Конечно, хорошо, что он сотник, но, блин, он слишком неизменяемый. Ой-ой-ой. Как то? Масса есть? Нет. Кого-нибудь? Ну, хлеб ты мне не кидай, я у других спрашивал. А только у тебя есть, блин. На гирка сейчас апается. Какая масса? У меня минус 23. Акил? Где ты видишь? Кратер, давай, давай, просто все на него шли, ты его убьешь, давай, с ганом, давай, давай, ты уже в рендже. Убейся просто об него, тоже. Да выдаст. Не убейся, просто его убей. Он его убьет и выживет, и следующего убьет. Короче, можешь с зенитки профокусить, если... Боже, ну иди ты комп, ну че, юнитами иди туда. Боже мой. Боже твой, почему твой-то? Французского бога нет. Давай, 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 давай. Ой, там что-то летает. Хлеб, ты видишь, да?
Слева, он юниты. Да, пошли влево. Сотник разменяется на 1200, это будет неплохо в принципе, даже если он сдохнет после этого. Вот я Дерклауна попросил сделать кое-что, у него он не делает. Он ассистит мех своей саной. А снайп не делает, у него инженеры рядом стоят, а АФКшит просто, как и он сам. Да, в принципе, он инженеров-то и не делал. Чего уж там говорить. Его старкрафтер, что ли, только рейндж? У него нет скорострельности? Что? Да, мне кажется, такое чувство, что у твоего этого... Какие у тебя там старкрафтер чувства? Ой, а самый кратер-то проигрывает. А, у него точка сбора там, так, в другом месте. Ну, понятно. Имбицилизм. Okay. Опять. А где же мои юниты? А, я их с собой не повзял. Ну, извините. Я слез, потому что мне сделать был не один клик, всего лишь один клик, да. Прикольно проигрывать, когда один клик. Ты меня похвалишься, да? Кстати, там... Я смотрю, у фиолетового аирка есть. Я не могу выстоять ник. У меня сейчас пойдет и... Кто там, голубой? И синий одновременно. Ой, а ты расист, да? Или кто там? Ты кто? Голубой из... под цветом все это, успокойся. Не трогай никого. Вот это, убей зенитку хотя бы сделай. Ты один. Я уже делаю. Уже? Я надо было, чтобы она стояла, а не уже делать. Она будет потом стоять. Потом, это... Я бы тебе ответил, но... Ты обидишься. О, какой нетактичный. Сит не токсичный, сит исправляется. Сит не токсичный, да, сит не токсичный. Скоро страт, а? Я уже устал ждать. Ну, в смысле скоро страт? Аир уже. Я не Аир, ты чё? Это этот Аир? Сам хлебушек, да? Ой, я не... Ты какого-то тысячника на Аир поставил? Да. Я уже не первый раз на Аир стою у него. Я правда говорю, спаси это аристократия. Гребаный имбецила. Кусок! Ненавижу этого ринга! Ненавижу этого синего! Я бы залетел. Серого, точнее. Ну, кусок говна, вот реально, а не игрок. Вот если бы он хотя бы один пинг послушал, этот бы уже был сдохнут. Ну, 400 хп, мать его, а. Кусок тупого дерьма. Но он не мог отодвинуть, блин. Вот этот, я же пишу 400 хп, ну шли ты туда, ганшипы, ну реально что ли, не ку-ку, не бум-бум? Три разнычек летит. Что? Да, меня нет. Страт готов? Ой, тебя как лоха, да? Ой, понятно, 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 надо зенитки делать. Ты же не сделаешь своей стороны, с твоей стороны несколько раз пролетало, я тебя просил зенитки сделать. И все равно, вот боссы ныне там, а мозг отсутствует, как факт. Без мозга тоже. Ты тоже без мозга сказал? Им без мозга тоже. Но... Кто? Ну, союзника, наверное, кому еще-то. Это козлина, вот клаун. Я ему сказал, он услышал и не послал. Все равно ганшип туда. Вот урод, а. Уродец, да. Он держит их себя на базе, чтобы прилетел туда ты один самолетик и убил все его ганшипы. Вот надо же вот так вот подставлять, а. Я не понимаю, за что они так со мной, если честно. Может, потому что у меня рейтинг такой. А при чем тут он? Я сказал страт делать, это СФ сделал. Он СФ и делает и тетриген параллельно. О, это клиника просто. Врачи не придумают, наверное, как его вылечить. Вот смотри, аристократеры. Поубивай инжей-то, а? Чё они тут? Ой, не инжей, а юниты. У тебя же ган.
Используй его, блин. К тому же Тетриаир, страт скоро будет. Скоро. Потому что нужно сейчас. Он уже делает так. Делай тя-тя-тя-тя-тя. Там уже СФы летают, тя-тя-тя-тя. Блин. Вон, СФ, убей за фокусе сейчас. И не говори, что ты у меня не хватило времени, потому что я имбецил. Дырявый клон, он так ничего не делает. Он делает щиты над собой вместо снайпа, который я сказал. А ведь снайп делать легко, на самом деле. Главное не быть имбецилом. Ну ты видишь, где СФ это? Они зафокушены. Сейчас мои все собьют. Мерси. Идиот, вон в другую сторону, козлина жопаная. Жопа сраный, урод. В другую сторону полетел. Вот урод. Ну почему он, жопа сраный урод, в другую сторону? Мимо СФ полетел. Как можно было СФ пролететь, когда такие лаги, я сказал заранее. Ну ты что, реально не видишь, хлебушек? Ну вот. Я иногда тебе объяснить не могу поступки. Они нечеловеческие. Вот и сейчас, ты видишь, где АСФ, ты козлодаун, ты реально выродок, блин, сумасшедший. Я тебя просил несколько раз убить АСФ, ты гонишься каждый раз за Т1, урод, они весь мой снайп убили, тупая тварь. Вот как с тобой разговаривать, ты не понимаешь, что такое АСФ? Может, в этом дело? Понимаю. Что? Понимаю. Ну а почему ты за Т1 Аиром погнался? В этот момент они убивали твои эти. Я тебе сказал, АСФ, не важно что, я тебе сказал, что делать, и ты делаешь другое. Дерклаун, строй тут Т2 турели вот здесь, потому что к тебе сейчас приедут, а вот ты ничего рта не делаешь и не станешь делать, если тебе не сказать. Даже я говорил, и все равно не делаешь. Левушек, крути сильно. Ты в курсе, что там Т3 зенитки, да ведь? Девушка. И куда ты полетел? Нет. На Т3 зенитки. Увидел единственный игрок, кто построил Т3 зенитки. И ты туда всем аиром залетел, тупая скотина. Единственный игрок. Больше никто Т3 зениток на карте не делал в их команде. И ты на единственное с Т3 зенитки. Объясни, почему. Вот не, реально хочу знать, почему. Не видел. Не видел. А почему тогда ты именно туда полетел, если ты не видел? И на единственной земле. Есть Т3 воздух был. Делай СФы, забудь о стратах, ты уже все прососал. Да, если брат, ты не заметил. Энергии. Да, он так и не построил турели. Выходи, Аверчаж, этот клаун. Аверчаж себе сделай. Энергия я просил. Где она? Я кинул тебе. Еще скидывай. И Т3 инжа дай. И еще энергии. Вон у тебя Т3 инж есть, я вижу. Иди туда, Аверчаж. Этот клаун не будет строить турели. Ну серьезно, он и комом убивать не будет. Его там один юнит, скорее всего, распнет просто. Аристократер, все, иди на базу, хватит там дерьмом заниматься. Ты мне дал Т3-инжа? Да. А ты случаем не умирай, Аристократер? Ну, вроде должен уйти, не знаю. Я ну, сейчас там что-то не думаю. Я с ним как-то раз играл, он как сит страт рашит и рунит. Потому что переспам этого проносит. Желтого. Там всех проносит. Да желтый, ну реально, какой-то. Он оверчажить не знает. Нет, вроде включил оверчаж. Но ты один турелик не построил. Да это бред какой-то. Зачем? С энергией будет.
Спаси хлебушек. Кратера, прикрывай хлеб. Твоя понять задание? О, кратер почит, сейчас успеет. Неси хлеб твой ученик. Который? Этот. Вот, клоун, ну сделай ты, блин, это турели там. Пропускать до конца второго пришествия будешь. Русский желтый или нет? Что? Желтый русский или нет? Да. Но ты будешь с ним разговаривать как с иностранцем, потому что у него понимание с нормального языка на вот этот не очень-то. Ты строй турели, сейчас его там убьют и придут за тобой. Он без радаров туда прется, как имбецил, но его точно там грохнут. Строй турели, иначе твой ком следующий. Тебе нужно чем-то прикрыться. Я делаю 4. Ну там интеллекта нет, ну видишь. У тебя верча же. Да ты Т2 дебила кусок, ну ты уже там сдохнешь, мразь, тупорылая, хлеб. Я ж тебе говорю, я опять с дебилом говорю. Кинь мой на. Да все, хлеб, улетай, там зенитка должна взорваться. Делай себе транспорт и улетай оттуда. А сейчас ганшипы начну делать. Козлу ведь сказал построить турельки. Ну что такого сложного построить турельки, гребаный имбецил. Так, ну тебе-то хотя бы ладно есть тут. От этих, может, отобьешься, а дальше вот сложно будет. Ну реально, вот как иногда мне кажется, что они дауны. Вот Т3 ниты у оппонента шли всю карту. И вот за это время оно не могло сделать ни стенок, ни турелек. Зависит ли вот такая тупость от рейтинга, я не знаю. Хватит ты один говно строить, пожалуйста, хлеб. Я имею в виду на миде. Сейчас этот аристократер выйдет в Т3 ленд и нас прикроет. Вот здесь мехи занимай и радар там еще сделай. Твоя понять? Твоя здесь? Да. Аристократер, верчаш тут хрень. Сейчас к тебе придет. У них есть нюка? А базука? Это неприятно. Окей. Что у них есть? У них куча Т3 мехов. Ой, жесть. Иди почит хлеб и занимай ту базу. Оттуда пока ушли. Это шанс тебе. А, ты инженеров каждую игру не делаешь, да, я забыл, так что вряд ли замерз. Надо умник. Ты его сделаешь или мне лучше? Ты занят? А? Сейчас сделаю. Так не, я могу сделать, ты только скажи. А, ну где вы ты? Ну я тебя не понял. С
Скажи аристократеру делать Т3 мехи и Т3 лен. Скажи себе перестать Т1 спам строить. Я уже не делаю. А, он на паузе. Ну тогда взорвите саны заводы и... Все. Вот этот, пошли сюда парочку юнитов. Вот это надо убей сразу инжа, а то он сейчас там Т3 зенитку построит. Убей ганшипом. Вы здесь? Да. Сейчас по миду проскаучу, раз ты не скаутишь. Так, у твоего оппонента 6 Т3 мехов, а у тебя? Мне 4. Окей. 2. Окей. Ну сейчас там завод сделаешь комом, да? И займешься быстро мехи и реклейм возьмешь. И так эти будет, как я говорю? Да. Окей, еще и мне скинешь, наверное. Я угадал? Да. Круто. Нет. Люблю угадывать. Нет, что же это странный выродок так лагает, а? Этот пуп. И не только он. Еще. Ты зря с меда юниты все увел, они на меня пройдут. Это подумает, что... Ой, там пусто. Лох отвел. Можно нападать. И нападут. Принесут ну, тебе базу, мне базу. Ты бы комом там не стоял. Блин, ну ты же мехи не занимаешь, вот урод, сколько времени прошло, ну, я сам дропну. Я уже не могу на это смотреть, это реально, ну вот... Чтобы построить мех, надо вначале срекламить тот мех, это вот именно, так реклейм, чё ты ждешь, ты идиот? Время идет. Никто тебя ждать не будет. Приказ отменен. Ладно, не занимай мехи, я сам их срекламлю. Аристократер, давай мехи апай быстрее. Тоже ни одного Т3 или один. Это кошмар, конечно. У вас масса, вон 300 массы, еще 300 рядом. Берите все это. Так, а почему не это мех не делается? Я же вроде заказывал. Сложно с вами, конечно. Все, турелик пока больше не надо. Да я не знаю, у нас не скаутит, поэтому я не знаю, когда там экспа принял. У нас же аирщик не будет скаутить. Надо рационально смотреть на происходящее. Все,
все, хлеб, иди комом на базу. Там инженерами достроишь. Слишком опасно там, да? А зачем им делать экспу, если они могут арку делать? Они не могут это делать. Минус один уже кто-то. Что за сволота такая? Аристократер минус один? А ты можешь это профиксить? Это что, мы до конца это сегодняшнего дня будем играть эту игру? Минус один, пипец. Масса есть у кого-нибудь? Зенитки сначала, флаг в фокусе, флаг. Ты не флаг фокусишь, ты один зенитку фокусишь. Ого. А потом ты один зенит. Сейчас я туда тоже аиром подлечу на всякий. А как он пофиксит, ему надо SSD покупать? У него лагает не из-за SSD ведь. У него лагает из-за процессора. Ну, получше стало, но я не могу сказать, что... Там еще один другой челик с минус один скоростью он есть. NX5 Dragon какой-то. А, H5. Он моя команда. Какое железо у тебя, сет? 6500. Что-то там. Икс какой-то. Вроде как. Процессор. Тут главное процессор. Ну это уже минус 2. Это кобздеец. Сейчас еще радар сделаю. Это не играбельно уже. У меня почти умник готов. Зачем ему радар делать? У меня мехов мало. Наверное, это просто ощущение, но все-таки я его чувствую. Ты когда последний раз делал фулл скаут, чтобы понять, что на всей карте происходит? Скаут. Все, для тебя скаут. Получится, я не знаю. Что значит? Не... Ты и скаут не уже разучился? Это слева. Что слева? Где о, челикс, да. Ну. Они на нас хотят, на наши ганшипы напасть. Да пофиг, там, в принципе, ничего и нету. Не прогнал ты меня. Там сколько вон Т2 турели. Ну давай полетим туда, в принципе, ладно. Но у меня самолетов все кончились. Березал фу К. Что? Бирюзового. Я не слышу. Все это три мехи у голубого бирюзового, пофиг. У твоего оппонента, да, окей. Я понял. У него вроде бы ира меньше чуть-чуть. Как? Тогда выиграй. Ты три мех не обстроил. Ты под флаги полетел сражаться. Мог просто ганшип. Ну ладно. Лучше на флаги полететь. Там паук делает этот фиолетовый. Хорошо, что сказал. В скобочках нет. Меня в этот момент сражался Ира. Давай, вырежь ганшип, пока есть шанс, а? Не обоссысь. Отведи свои Т1 говно, а то артой его хреначит. Этот кого?
От лака мне особо не летай, в жопу тебе сейчас дашь, да. Ой. Давай сюда, Ирм, подлетим. А, ты все-таки в жопу дал, ладно. Ну давай. Не контролишь, да? Вообще ничего, ждешь, пока тебя в жопу расстреляют. Ну, все расстреляло в жопу, блин. Все. Они не управляются. Это ты не управляешь. Что значит, у меня вот управляется, а у тебя не управляется? Интересно, почему? Как думаешь? Нет, смотри, компьютер. У меня еще не только с фахова, да, в игре, еще сам ПК. Не понял. Слабый IQ, что? Вот. Слабый ПК у меня. Ага. Его сейчас захреначит это, типа. Сколько тут навалилось Аира-то? Надо их реклеймить. Мы все пореклеймим, да? Да, надо их реклеймить. У тебя ганшип справа что-то там бездействует. Не лечат. А, я думал, бездействие. У тебя антителепорт есть? Лучше кома своего ко мне подведи. Ага. Уже идет. Нюк у них нет? Вопрос? Да, летит в кому. Может быть, пора заправка? Не знаю. Прям как будто чувствую, где у меня разведчики, сразу туда подводит весь твой мир. А может он просто видит? Да вряд ли. Мы даже особо сейчас видеть, оппонент аристократера сделает экспу. Аристократер начинает тоже делать экспу. Я хочу убить синего. Полетели на него? Аира. Это, скорее всего, не получится, но я хочу попробовать. Что думаешь? Я потерял свой транспорт. О, я его нашел. Я не знаю, с хлебушек, ты меня не радуешь. У синего ничего особо нету, только есть дофига единиток. Ты вообще слышишь, что я говорю? Да я не уверен, что мы выиграем, Айр, если полетим. Я уверен, что мы выиграем Аир, но мы ее вряд ли убьем. Кого именно Аир ты хочешь убить? Я хочу кома синего убить, он делает скорость минус 2. Давай. Я полетел, все. Не говори, что у тебя компьютер не может полететь тоже. Руинер и Моран. Получить ответ пытались. За что в бою оказались? Все, лети на перехват. Вот видишь, где его Аир? Так ты в другую сторону полетел. Нормально, конечно. Ну, вот я хаючусь. Ой, там паук. Но у нас тоже свой паук есть. Отлично. Ты взорвал весь свой Аир, молодец. У тебя все ты три мехи, надеюсь? Да. А я вижу, что нет. Где? А, ну на базе желтого еще нет три мехи. Ну и еще и там. Ну и еще и там. Ну и там. Итак. До бесконечности, я понял. Перечисление. У них есть нюка? Не знаю, мне весь всю разведку купили тогда. Ну тебе неинтересно, ясно. Но мы узнаем, когда она вылетит, я думаю. По мою душу.
Аир, посылай вместе к пауку тому сраному. Я попробую его задамажить. Но вряд ли получится, конечно, эффективно это сделать. Не, я Аир проиграл, камо-снайпера. Ну я же тебе помогу, блин. Ты же не единственный. Или ты думаешь, что ты один единёшенник? У тебя один комплект. Да кто там его подключает? У тебя нет СФ-ок. Хлебушек. У Сида ионские, блин, ганшипы. Как ты думаешь, что они умеют делать? Они, конечно, хорошо справляются против воздуха. Или один прям... этот... Ну, где Аир-то? Аир? Может быть, алло. Доводит. Сколько может обить один? Откуда один мне знать? Один открывает один СМ. Только дальше не лети, там куча зениток. А еще у них рейндж до хрена, поэтому... Вот почему сотник экспу раньше делает, чем наш тысячник? Объясните, пожалуйста. Это вообще нормально? Ты видишь, сильские ганшипы не подыхают. А вражеская ИР подыхает. Это все. Ну что, ганшипы больше. Проскавайте, пожалуйста, очень надо знать, есть ли у них нюк. Если есть, то это может быть уже поздно. У меня уже сделал так очень большой кричит. Ой, нахуй. Аир-то где твой? Ты не подсылаешь новый Аир, ты что ли? Или ты его не делаешь? Я разведчиков делал. Круто. Иди. Сотню? Ну хорошо, зато просрал. Нюки справа нету. А слева что? Вот тут может быть будущее. Там мегавит. Нет, там. Все, у меня воздуха нет. А до этого у тебя и не было его, когда я тебя спрашивал секунду назад? Тоже не было. Что значит, теперь все нету? Ну теперь вообще ни одного истребителя. Так и так и не было. Были три истребителя. Ты, а, о-о-о. Ну да, три это мощно. Ну ты понимаешь, что они тогда к тебе на базу прилетят, а ты зениток по карте не делал. Ведь я прав? Да. Это из-за деградибилизма? Я прав? На то он и сопит. Не знаю, это какой болезнь. Какой диагноз? Так это твой диагноз. Как свой диагноз, можно не знать. Ну, потому что мне мощь. Это, скажи вот этому Челиксу, строите кучу флаков. Потому что ганшип просто на него это прилетят и на его экспу. С трех заводов Т2 пусть делает эти флаки. Почему они все заряжают СМДшку, прям как вне себя? У них точно нюки нет? Почему-то наши... Ой, они уже полетели. Вот строй здесь флаки этот побольше. Вот зеленый так и не сделал никаких флаков, но его же грохнут реально, как тупого дауна. Они видят... О, тупой даун! Кого бы грохнуть? Тупого дауна, наверное. У которого флака единственного нет на базе под щитами. Вот и мы его и грохнем. Сейчас он три флака с колоссом пришлет и его точно грохнем. А ты можешь лазер на коме сделать? Пытаюсь. Медленно, без ассиста, так, потихонечку. Ну, минус 2500. Что у тебя? Минус 500 IQ? Что? Я не слышал. Энергии не хватает, чтобы обнуть лазер. А ты можешь энергию строить? Я сейчас и то делаю. Одновременно пытаюсь. Круто. Аир где твой?
Да не шли ты туда, колоссы. Он двух колоссов сделал, но флаков мало. Вот какой прок? Нюка! Нюка, где Нюка? Не вижу Нюка до сих пор. Если бы ее хоть раз осветили, она бы отображалась. Да этого-то веди назад, дебила, куза. Ну почему я непонятно говорю, что... Да я несколько раз заказывал СМДшку. Где этот... А, вот инженер только что приехал. Так, Аир. Ты можешь Аир делать? В принципе. Ты посмотри, оппонент своего грид. Ты можешь сравнить свой грид и твой грид? Могу. И что ты там увидишь? То, что у меня нет грида. И почему? Не знаю. Из-за деградиверизма, я же тебе говорил. Ну-ка. Как ты не знаешь? Ну я же забыл. Опять ты все забыл. Все, кратер, атакуй давай. Ну-ка. Своим говном. А мы полетели Аиром налево. Ведь правда? Мы полетели? Да. А ты точно летишь? Я равняюсь на своего оппонента. Вот у него ничего нет. Один. Давай, ну просто вот вали туда, ну, на синюю базу, ну, уже этого, хватит тупить. Он Т2 флаги делает, он Т3 делает. Что? Он Т2 флаги делает. Кто? Ну, зеленый наш, астрокаратрущик. Астродебильщик? А, ну правильно, флаги Т2 и Т3 миксовать надо, это он умный, да, в отличие от некоторых. Надо уже по всей, да. Ну, лично снизу флаки есть. Ой, не флаки, а зенитки. И что? Просто говорю то, что хотя бы не заснайпят. Не понимаю, что ты от меня... О, полетели направо, что-то он полетел. Хотя... Не знаю, как лучше. А зачем миксовать флаки? Я на зеленого строю флаги уже на его базе. Дави, давай, дави всем, что есть. Это ракеты. Ну что там, Нюка появилась или арта, что-то такое страшненькое. Не говоришь, что ты не скалпишь. У нас есть Серафим? Нету. Это не очень хорошая ночь. О, смотри, там ганшип подлетает. Надо аккуратненько. Так, что с аэрогридом? О, крутой билд, 3 завода подряд. Это на фойе тянет. Блин. Я строю. Сейчас файтинг будет. Внимание. Да хрена у него, тут 3 ганшипа было. Больше, чем у тебя сет такой еще. Колосса назад веди, этот самый хрен. Воздуха нету. А у тебя он был, что ли? Так говоришь, да, как будто он у тебя был. У меня было 60. 4 самолетика, это не воздух. Если у тебя в 10 было. Раз это АСФов меньше, чем у них ганшипов, это не есть воздух.
50 самолетов это не воздух. И у них вот до сих пор больше. Давай там зенитки вот снизу. Где зенитки? У тебя нет ничего. Снизу, Т1, ты даун что ли? Ты один зенитки строишь? Это Т3. Это Т1 ряд. Идиот. А посмотри еще. Кончено, хватит Т1 делать. А это? А это что? Я на Т1 вижу. С рекламой Т1. Разведай левый сайт нашим челиксам, им очень надо. Ой, там этот идет, фэтбой, кстати. Если тебе интересно, вдруг. Тебе обычно не интересно. Я понимаю, не все, а это просто лаги. Там сейчас мой этот убьют все на миду. Представляешь, я там очко, очкоглаз построил. Как он называется? Фиолетового нюки нету. Давай, голубого помоги нету, мне, Ира. Голубого нету. Фэтбой отогнай. Твоя понять, да. Хоть что-нибудь? Куда ты летаешь все время? Да я просто даже это орду начал возводить. Это да. Вот почему этот, как его называют? Антителепорта, заставь сделать это, антихрист. Или как его там называть? Как ник это читается? Аристократия, вот. Что, телепорт? Да. Анти-телепорт его попросил. Анти. Всем здорово. Здравствуйте. Я хочу убить этот фэтбой все-таки. Давай, полетели, прикрываем. Что у нас есть, что у них нет? У меня овник убили. Все из-за этого тебя. Все, воздух выиграл. Скорее всего. Кто там выиграл? Я? Да он это ФК-шу истребителем он улетел. Тогда улетай. Это слева. Иди, штурмовиков. Не хочу. Там мегалит. Ну и да, что? Мегалит. Я не хочу. Я не хочу терять штурмы. Просто у нас сотник делал 2 экспы, а тысячник сделал 0 экспы. Вот в чем штука. А, ой, мои ботики, нет. Я не успеваю за вами, если честно. Вы во всех щелях просрали. Я не могу. Я не понимаю, как мне вообще еще до сих пор миды удерживаются. Они просто не атакуют по мне. Почти. Ну ты умный зато. Как это все так просрано? Заставь. Давай я на мегалит полетел, короче. Ты прикрывай меня. На миду? Да. На мегалита, я сказал.
Ну это просто жесть на самом деле, сколько там всего. А у нас ничего. Раз ты Аир выиграл, построй стратов несколько штук. Потому что я свой Аир проиграл. А что не сделают Фёдбе против Мегалита? Правый сайт прос... А, сейчас я с вами. Да у меня увеличилось. Ой, не хнюка, нюка, нюка, нюка. Начинаю строительство. Ты только начинаешь? Серьезно? А ты вообще скаутил когда-нибудь? Да, я раза три по 50 разведчиков отправлял. И прямо сейчас летят. Прямо сейчас. Но это поздно. А да забыл, у вас умер. Кому ты СМД? У него давно стоит СМД, в отличие от тебя. Он же не совсем кретин. Он сотник, в отличие от тебя. У него мозг есть. Я пытался выиграть Аир. И я думал, что у тебя две базы. Сложно не выиграть Аир, имея две базы. Ой, мои ботики, ничего, никто не бегует-то, сволочи. Они союзники. Сапу умирает. Даже зрители на стриме говорят, кто полезнее, чем в игре Феликс. Ну, блин, все, что делал всю игру, то пропало. Ну, дальше вы сами без меня. А можешь мне дать это Т3 и он? Ну, я не знаю. Я хочу поделать Т3 штурмовиков. Да не, твои лучше, нахрена моих делать? Строй страты, я же тебе сказал. А, у Кибрам все. Так у кого лучше всего? У Сера. У Эон лучше по Аиру долбят. По мне арта еще стреляет, да? У меня уже три страты. Что это такое? Или это наша? Это тут выстрел. А, в него этот, аристократ, строй щиты. У кого-то там арта непроскаученная и задавана. Надеюсь, нигде не ошибся, ни в каком слое. Левым верхним углу. Левый этот, жука прикрывай. В верхнем левом углу пишут арта. Слышишь меня? Угу. А ты щиты делаешь? Да. Сколько уже сделал? Нисколько, ясно. Можешь проскаутить верхний левый угол? Вон там еще и паук. Нет? Нормально так. Я не успеваю строить эти разведчики там, чтобы пролететь хотя бы до середины. Мозга, вот тогда строишь. Что значит не успеваешь? Душа, чтобы пролететь хотя бы до середины карты, нужно уже это 10 разведчиков. Там везде эти зенитки. Они еще Т3 самоходные строят. Аир, где сраный ублюдок? Я опять свой Аир без поддержки сови, хочешь сказать? Нужно очко. Я не понимаю, за что ты меня так подставляешь? Вон, фок, все, давай, файтся, файтся, файтся. Ты мимо Аира опять пролетел. Я не понимаю, как ты так умудряешься? Это случайно, не придумать. Кратер, убей вот эти зенитки все колоссом своим.
драным. Ты жука всрал? Молодец. Давайте у тебя голубым синий налетел. Ну так ты же мог расплитить, у тебя до хрена аира больше было. Не умеет фокусы делать. Это у меня 10 стратов. Надо больше или а Мегалита убей тогда. Чё ты ждёшь-то? Этого Челикса вон насилуют ганшипами прям на базе. Ты мимо них летаешь и все равно не можешь сбить ты. Реально даун какой-то? Вот. Где ганшипы? Вот над этим почти убили, у него 100 хп осталось, где ганшипы? Больной ты, чел. По спаму стрельни, по спаму. Это, расплить шивжи нажми. А то он дойдет до базы моей. Твоя понимать, твоя здесь? Понимать. Да твоя ни черта не понимает. Если бы твоя понимать, ты бы это сам делал. Просто ты сейчас взорвешь весь аир, улетай, твою мать, имбецил, какой же ты тупой. Ой. За что? Это нотка. Заставь аристократера построить еще одного колосса. Он, кстати, убил этот экспой все флаки. Я его просил. А нет, ничего не сделал. Стратами убей фэтбоя. Блин, мне опять всех этих сами сейчас. Там еще и тут. Это не добито, ни черта не добито, что ты делаешь? Тьфу. Страть сюда! Инженера застрать! Одного хотя бы! Вот по инжу долбани! Ну они же все убьют! Здесь, точнее, рекламу заберут! Будь! Ну сам думай! Я не буду за тебя думать! Достал уже! Один, я сказал, инженер! Ой, убить! А он все послал! Все, что было! Как бздос просто! Ну ладно, хотя бы все убьешь! Масса есть? Мне на экспо надо. А здесь-то так... вот фэтбоя теперь в фокусе. Стратами. И стратов больше не делай. Делай этот... корсар. Слишком много экспо надо... Корсаров делать? Ну, наверное. Там просто у них зениток много. Не знаю. Наверное, ну, ты пошли на фэтбоя просто, да и все. Вот и аир, убей вот здесь, тут зениток на виду нет, Т3. Хотя там мобильный есть. Но... Вот что это чел здесь стоит? Все, фэтбоя убил. А, теперь другую экспо убил. Лучше паука строить, кстати. Возможно, ты не убьешь так. Очень много зениток. Вот поэтому я говорю, лучше паука строю вместо ганшипов. Паука? Надо быстрее делать. Пусть он просто... И убивай, убивай эту, продолжай убивать, не тупи. Я еще 5 бомберов осталось. Я остался без аира полностью. Ты не летай на Т3 зенитками. А ведь я просил этого идиота, ну, убей, говорю, убей. Улетай оттуда, Ира. Все, уже просрано. Все, что можно, просрано. Ну нет, он не подошел к колоссам, не стал убивать. Не летай на Т3 зенитками, хрен ли ты это делаешь-то? Вот убей зенитки. Наконец-то он начал сейчас, спустя полгода, убивать зенитки.
Вообще масса есть? Нету, у меня минус 400. Вот это, убьешь ганшип, или они опять кома прилетят, убьют, а ты скажешь, да я не видел, что они над моей базой летят. Я не видел. Они в принципе не пролетят. Скотина. Вот это, зенитки так и не убил. Я только его похвалил, что у него мозг начал работать, но показалось, к сожалению. Вот смотри, сколько стратов. Они просто зенитку нашу СМДшку зафокусят. И все. Надо побольше делать. Зениток. Заставь себя рекламить. Вот этих ботов на реклейм экс пошли. И не говори, и потом... А у меня нету ничего, потому что я не рекламлю. Потому что я еще имбецил, между прочим. Не забывай об этом. Мехи пусть займет, скажи. Попроси в этого артой стрелять. И где у них арта? Я так и не увидел. Была же, я ее не теперь не вижу. Ее убили, что ли? Нет, вот она, арта есть. Где? Ну, у зеленого есть. Это я у других спрашиваю, у зеленого, это я и сам вижу. У противника где? Да я не могу пролететь через их. Хотя вон тут можно. Сейчас я проскавычу фиолетового. Наконец-то это бомберы летят. Бомберы. Ну так ты избивай. Я не буду этим заниматься. У тебя же Аир. Скажи зеленому, что он брал реклейм. Мой паук застрял. Что за дерьмо? У меня два паука застрял. Охренеть. Как так? Карты. Может, ингриты начать строить? Я уже начал строить. Почти готов. Да я отправляю тебя на помощь. Но у меня два паука застряло. Что за собака-то, а? Аир, что-то полетел. Осторожней, контроль давай. Интересно, у меня вообще у Аира топливо закончилось. А вот это не страты летят? Вот здесь. Несколько всего. Вряд ли. Сейчас этого нашего зеленого убьют? Он скажет, вот да, я не знал. Вот это, скорее всего, страты. Возможно. Вот я их вот там последний раз видел, и там и сидят они. Так пусть он этот убивает дальше колоссом-то. Че он назад пошел? Там экспа, что ли? Они хотят арту убить. Да нету там экспа. Осесть мою арту тогда. Нету там арты, говорят. А че это тогда? А куда он своей артой стреляет? Я вообще выстрелов не вижу. Куда-то туда. А он и вроде бы и не стреляет. Нормально тогда, молодец, чел. Да, не стреляет лично. Он не стреляет артой. Вот скотина. А после этого скажет Сид, я тебя не сливал. Тебе показалось. У нас есть ОВЗ? У нас чел с ОВЗ, по-моему, жду. Дерьмово. Дай мне паука своего. Сит, отведи своего БМК от хлебушка, вас двоих одним бомбером вынести. Да. Попроси у него стратегической ракеты. Ой, нюка запущена. В кого-то. А, в этого дебила, наверное. Вот в этого. Спасибо за пауков своих, я взорву и светлыми. Они застряли, к сожалению. Оба. Фаил. Ты можешь проскаутить? Ой, там экспа, кстати. Фокусить надо.
Аир, там стратами застратят все наши экспы. Ты что делаешь? Опять обоссался, да? Хлебушек, молодец. Вот, справа! Говоришь, что мне налево вести. А я просто этот, не знаю, где право, где лево. Пора бы уж понять. То, что право у тебя это лево, но иногда право это все-таки право. Ну иногда я думаю, да. Ты не смог сбить, я же тебе заранее сказал. Ёперный театр. Если этого убьют, я тебя, не знаю, захвачу. Ой, единственного скота с, арт, с экспами и с этими убил. Ты реально козлодаун. Я сказал вести налево, а не вправо. Ну а ты сам-то не видишь, где страты. Чё я тебе должен говорить, как мамочка? У них там, знаешь, сколько, блин? Ой, охренеть. У них всего там дофига. Отведи отсюда говно, я начну строить еще арту. Строй мегалита собственными руками. Сейчас справа придет к тебе и занимай ту базу. Мамочка сит. Хлебушек, бомбина Сида. Это Сид и Грусли. Сид лучше делал бы Кибран Артур. Может быть, на следующее так и сделаем. Или можешь моего мегалита, кстати, осистить. Вот этих пошли все на реклейм. У тебя куча стратов, все, больше стратов, больше не делай. Я знаю. Откуда ты знаешь? Идея. Ну что, у меня сейчас идея. Хочу ее реализовать. Какая у тебя идея? У тебя и мысли, что ли, появляются? Какое? Да. Ни хрена себе. Ты монстр удивляли. Удивляешь меня? Минус 6, это кто за сволочь? Аристократер, выйди, скотина проклятая! Он еще и минус 6 делает. Сдох и минус 6. Сволочь. Ё-моё, как в этой игре меня не слушают приказы. Он вышел? Нет? Не знаю. Я Альтаби был. Как это ты не знаешь, ты в игре или нет? Как с Дауном говорил, а, постоянно? Я сервисовал свою идею, но я не могу, потому что у меня все. У меня бомберы зависли. Ну значит даун. Работают. Быть дауном, это твоя идея? Вот моя идея. Ну как хочешь. Смотри сам. Я тебе советую. Но больше их не делай, пожалуйста. Ладно. Там полетели они. От тебя. Культурный даже попросил не делать, пожалуйста. Так я постоянно, пожалуйста, говорю, вы только не замечаете. У них там все рассадки. Нет, а я не знаю, для чего они делают их, кстати. Наверное, просто. Давай хлеб страть, брат. Сид может сделать белому нюки. Хлеб, ты куда своими этими говнами пошел? И ну он ассистил. Это было нереально. Значит, ты тупой, реально, да? Ты там вот несколько арт просто так слил. Ассист. Ты две арты слил, считай. Ассисти мою арту, козлина тупая. Я не знаю, как тебе сказать. Хватит тебе делать.
Всякое дерьмо, блин. Надоело уже. Вот здесь СМДшку поставь. А еще страты где-то, я слышу. Я не могу видеть мигли, удивляешь. Культура Сида. Не понял, что ты сказал? Тупость опять какой-то. Повтори, пожалуйста. Мигли, у меня экспериментальный юнит не выделяется. Я вообще не могу, мне. Ну, может, это из-за даунизма? Ты проверялся? То есть, когда я выделил истребитель и нажал правую кнопку... Ты весь АИР прострал. Ой-ой-ой, козла даун, ой, тупой скот. Мраза даун. Где твой АИР-то весь? Нас сейчас убьют прям на базе. Ой, скотина проклятая. Где твой мегалит? Сюда веди быстрее, сейчас зашивут. Вот, он идет. Не идет, он стоит. Я же вижу. Че ты? Думаешь, я слепой совсем, что ли, как ты? Не три чела, ты три воздух выше. А у тебя две базы. Отведи отсюда свое говно, пожалуйста. Так, надо снова мегалита начать. Сид, отправьте своего левого дауна от ПК на переход. Я не смогу это отбить, если оно сейчас придет сюда. Надо быстрее эксу делать. Криво-ген. Криво-ген поставил УАД. Ген неровно стоит. УАД. Я понял. Делай еще одного мегавита, потому что там справа будут идти. И не перестану. Так, этот конч. У него массы нету конча. Ладно, скину. Что-то у меня вся энергия пропала. А, я... У меня и так перелип 9000. Да пошел ты, урод! И это из твоего кома, потому что он ассистится. Что ты мне врешь-то? Там всего-то лазер ты научишь. Ну ты же себя ассистить не можешь. Ай... Ай, боже мой. Пожалуйста, не знаю, мне помощь какая-то нужна. Отойди немножко от СМДшки и новую закажи. Поближе к моей базе в ранже. Отведи своих ботиков, они сдохнут сейчас. Вот сюда что-то, ганшипы сделай. Нет, не надо вам. Мои ганшипы, мразь, не прикрываешь. Вот скотина проклятая, отгори в аду, урод. Урод, ну почему такой тупой? Ой. Мегалиты назад отведи. Этого. Ну ты хотя бы куда-то смотришь. У тебя масса есть? Да, ой, мразь.
Масса есть, если кидай, а иначе нам конец. Я этих мегалитов не остановлю, ты ничего не делаешь. Делаю я Аир со всех дворов. Да ты Аир слил! Ты его даже не подвел, то что слил. Сейчас нас убьют просто, понимаешь? Ганшипы сверху. Мегалита сразу этого посылай налево. Налево? Налево! Окей. Ты не видишь, что налево? Ты просрал нашего Челикса, его над моей базой сбили. Чужим Аиром. К сожалению. Мегалита убили. Если я сейчас поведу... Вот этого веди, убить это. А справа вот это, за корсарь это говно? Нет, ну или пауком убей, я не знаю, сам думай. Я не буду за тебя думать, тупой идиот. Масса мне нужно, срочно. Нет у меня уже массы, я мегалитов строю. Вот, тебе несколько баз. Я ты все 800? Дальше и дальше от моих этих делаешь, идиот. От моих хайвов, чтобы я тебе не помог их сделать-то, собственно. Нахрена ты столько скаутов делаешь? Вот где Аир? Я тебе сказал, с одного завода столько скаутов делать. По-моему, ты совсем... Я их делал с одного, просто я вообще забыл про них. А нет, с двух заводов, без ассиста делал. Ну это и называется морозодебильность. Крупнофакторная. Меня он стратят. Отойди своего кома. Скотина, высернутая гнида ты! Выродок! Я тебя просил, как урода. Отойти от этого. Как его называть? Что я просил тебя? От СНГшки отойти. Но ты все равно не отходишь, блин, как скотина. Сидор, привет! Здрасте. На меня еще и теле сделали. Ну потому что мразодебил не делает, конечно же. Ты посмотри, где он тэпнулся. Да, и нету там ни хрена. Че ты Аиром летишь, мразь ты тупорылая? Ты туда Аиром летишь, чтобы что? Чтобы взорвать его, гнида. Твоего мегалита другой бьет, скотина, ни хрена не видящая. Я воюю одновременно. Ты его не убил? Внутри полуфронта. Не верю, что мы это проиграем. Да делай ты, мразь, турели. Делай это, вот это надо добить. Ты, мразь, ты турели ни одной не... скотина проклятая. Ненавижу тебя на самом деле. Вот можно выиграть, но вы сливаете вот два вот этих дебила, еще ты. Вот какого хрена ты далеко от моих хайвов делаешь, чтобы я тебе не помог даже построить? Ты реально тупорылость. Оно во всем. А не в чем-то одном. Проскауте, пожалуйста, я ни черта не вижу. Вот этими... Я могу одновременно сделать корсаров, бомберов. Тебе уже не надо корсаров, еще... тебе только экспы делать и зенитки. Экспы и зенитки, экспы и зенитки. Он спутник я прилетел. Строить экспу и убить. Все, я тут умерла. Она давно умерла, ты дебил что ли? Это только она сейчас только заметил, вот это проскаутить, то два мегалита я ни хрена не вижу. Сюда надо два мегалита послать. Давай второго шли сюда. И третьего... А третьего я тебе пошлю его за ассисти. Ну, сгорел вместе с ног. Фэтбоя надо как-то убить. Вот этими ботами его убей. Ладно, своего мегалита шли куда хочешь. Мой быстрее сделается, чем у тебя.
невидимость на коме сделай, не будь дауном, пожалуйста. Все, я одного убил. Это, давай мегалитов направо посылать. Угу. Все, мегалит встал. Омник сдох. Вот это, ты ботов не просри, ну пожалуйста. Да ты тупая скотина, я опять тебя сыщу. Ты меня слить хочешь игру до конца, да? Наверное, не успокоишься. Ну что, предлагаешь ввести кома из почитов? Я предлагаю не лапать под хайвами моими. Вот тут еще одна, иди сюда, блин. Ты всех ботов сольешь, серьезно, настолько тупой. Ёперный театр. Ну настолько. Вот здесь новые гриды строй, тебя сейчас другие взорвутся. Твоя понять хоть что-то? Да. А что да? Ой, гриды надо. У тебя скотина проклятая, твою базу убивает, а ты стоишь, гнида тупорылая. Ты реально имбецил. Здесь семи заказывай. Быстро, блин, зенитки. У тебя же базу изнасилуют сейчас. Ты реально ни черта не понимаешь. Я ору этого мегалита, веди. Что ж ты, сволочь, такая стоишь им? Я тебе 15 раз сказал. Вот этих ботов дай мне. Мне биопауэр нужен. Спасибо. Почему оно не стреляет, это сранение? Интересно, когда у Клебушка лопнет терпение, и он обнаглеет себя. Это когда у меня устанет. Не ори! Ты аэрогриды без энергии исключительно делаешь? Думаю, нас сокушки давали энергию. Корсара, не добей эту хрень. Мне масса нужна срочно. Вот это вас. Ничего не делает. Я успеваю, я за всем контролить. Да ты ничего не контролишь. Что значит за всем? Что ты контролишь вообще? Воздуха. Воздух? И что ты его законтролил? Вот как ты именно его контролил? Одновременно с укушками пытаясь строить зенитки и турели. Охренеть, вот это монстр. Зенитки и турели. Одну строчку заказать и вторую строчку заказать. А дальше что? Дальше часы. На что ты тратишь? Этого контроля. Блин, не горит, Нужно разведать ее. Вот здесь щиты, ну над нами спутники полчаса летают, а ты щиты так и не делаешь, я правильно понял? Да заткнитесь уже, блин. Вот это не видишь, что ли, ни черта? Занимайте базы, пожалуйста. Вот я за тебя должен 15 заводов просто на реклейм поставь, вот как здесь у меня. Ну ты же не дал, наверняка, как обезьяна можешь. Масса есть? Убей кома артой. А где ком? Да этот дебил не скаутит. Я бы убил кома артой, но ни черта, скаутов нет. Я
там вот фэтбой по мне долбит, а я вообще не вижу. Там два фэтбоя, точнее, долбит, а я не вижу. Этот вообще ни черта не скаутит, ну понимаете? Мне контроля уже не хватает. Вот сюда посылай реклейм, пожалуйста. Хоть какой-то реклейм. Господи, что с мегалитом? А? Надо все проскаутить. Ты сможешь или ты занят? Давай я очко поставлю и тебе дам. Хочешь? Чего молчить-то уже? Я не могу. Не хватает. 14 даже скаутов не может довести. Я тебе сказал, очко сейчас дам и скаутим. А. Вот, на моей базе. Смотри. Если вы победите, я получу много денег и стану 200. Я слепой, пиздец. Не вижу я твою... У них Илона, мать твою, Илона! Ассисти СМД, быстро. Ставь новый СМД, господи. У тебя сколько СМДшек? Я попробую ее убить, но не знаю. Возможно, не смогу. Вообще... Можете такую. Масса нужна. Какой телеком? Ты больной что ли? Ты ни хрен это. Если ты еще сдохнешь, это все. На этом и кончится. Вот ты не видишь что ли? Ты зенитки делай. Отойди с моей базы, они же по моей базе стреляют. Ну ты реально не понимаешь. Ближе к своей. Несколько зенит. О, все, Елона сдохла, отлично. Чем ты ее убил? А? А чем ты ее убил? Артой, наверное. Чем? А. Телемазер на Елону. Все, можно пока не думать об Елоне этой стороны. На СМДшке на Дэми. Я нашел, где мне сделать разведку. Блин, я уже не могу играть, если честно. Я в туалет хочу. Ты можешь построить парочку заводов на флаке? Точнее, не парочку, а 4 завода на флаке. Я пока... Это перерыв. Надо обратно к антителепорту подойти. Ком бегает по кругу, и арта стреляем ним. Стулья для того, что есть. Почти ничего нет, кроме воздуха. Не бомбер. Сид, тебе бомберу. Надо покакать срочно минут на 20.
Победа на автопилоте. Лев затащил. Сид, надо врубать пробник. 10 скорость, была и отходить по делам. Сид снова затащил артой. 4 рейх рассыпает. А что, я там выигрываю, пока меня нет? Левушек. Отлично. Затащил. Это что, кто лев сейчас, да? Что? Спутники делаешь? Вот это сейчас ко мне пройдет, блин. Какие спутники? Ой, не спутник. Я хотел сказать, они спутники делают. У тебя тут не зареклеймленный экс, ну пожалуйста, надо это реклеймить. Я реклеймлю, видишь? Ты не реклеймишь, у тебя там. Я каждый раз, когда я говорю, надо реклеймить что-то, и смотрю, что есть у тебя, и у тебя есть 2 инжа после этого. У тебя есть экспы подвести вот сюда? У тебя частный дом. Быстро сюда. Могу начать делать. Я сейчас тебе под хайву подведу это сокушек и начну строить мегалита, и дам тебе массу. Давай. Массу. Я и сам могу начать. Мегалит, ты просто дай мне массу. 4 рейд просыпает. Левушек затащил. У тебя частный дом. Это, некоторые уже массу делать. А там что-то в чате все пишет и пишет. Я не могу это. Как-то внимание туда уделять. Он не пробивается, даун. Сдохни. У тебя тут 2 экспы. Делай быстро это. Как свои экспы. 2 мегалита тебе надо, чтобы это становить. Ну вот, делай мегалиты. Вот тут и вот тут. Я тебе дам масло, мне билпауэра нет, чтобы тратить только масло. А, так может ты построишь билпауэр? Может пора уже? Время как пришло? Как я могу билпауэр, когда у меня 1600 масла в секунду реклеймлю? То есть ты не будешь строить билпауэр? Я не понял, что ты. У меня 1600... Массы в секунду только на реклейме. Ты билпауэр делай, чтобы это реализовывать. Или ты меня не понимаешь, что я от тебя хочу? Пишем, внимание нам уделять. Проскауйте здесь, что находится. Не слышу, чё? Еще раз пингани, где ты хотел рассказывать? Слева, вот куда мой паук идет. Вот там куча стратов. Теперь смотри, чтобы нас ими не грохнули. Отведи своего... Ты инвиз на коме сделал? Ведь я тебя просил, да. Когда. Да. Он в инвизе. А, у меня двойной щит? Да, смотри. Да, двойной. Но все равно, будьте там внимательны на этих стратах. Там ничего особо нету. Я даже не знаю, если честно, скорее всего, берега очень больше уверен. Ой, на нас телепорт сделали. Где? Да на моей базе. Не волнуйся, я законтролить попытаюсь. Но у меня уже скопилось 90 стратов. Не надо по моей базе стратов, не надо. Ой, не стратов, а корсаров 90. Не надо, ты мою базу грохнешь, да, просто. Да я понимаю. И один себе раз уже так командиру. А, страт полетели. Ну вот уже скорее всего на комов. На тебя. А еще штурмовики. Ну точно не могут на меня идти. Надеюсь. Но они же тебя видят, у тебя нет видно. Они меня не видят, я не видно. Я притворяюсь. Лучше я видим. Отойди подальше от СМДшек. Не стой комом никогда у СМДшка, потому что когда ты стоишь у СМДшку, убивает еще и кома, и СМДшку. Да и тут комом стоял, там не было столько СМДшек. Ты все пропустил. У тебя в горе, Аир. Астраты на моем коме. Тебе не кажется? Я больше 90% тратов убил, там 50%. А почему ты перестаешь контролить порой? Ты командира отводила. Зачем тебе столько корсаров? Объясни, пожалуйста. У меня всего 2 завода, их делают просто.
просто они уже очень долго. Вместо Аира, да? Да и у меня и заводов Аиров штук 20, а то и 30. Там ком пропал, проскауте очко. Где я пинганул? Скауте, я говорю, очком. Ты или дай мне назад очко. Не видел, где? А вот, наконец-то я вон. Так. Стой. Как это? Все время ты его не использовал, что ли, хочешь сказать? Это генератором маскирующего поля. Ты даун? Хотя зачем, я спрашиваю? Так, очевидно. Ты... Это маск поля. Вот, рядом. Да... У тебя что? Зрение туннельное, что ли? Ты реально ни черта не видишь, у него снова страты. Очко ты туда на него, на кома наставил? Не умею пользоваться очком, я вообще впервые... Господи, пользуюсь. А не мог ты мне это хотя бы сказать? Я даже не знал, как оно выглядело. Господи, а почему ты все это время молчал? Я тебе говорил, свети пол игры, и ты молчал просто. Я разведчиков делал, светил туда, куда ты говорил, отправлял их. Господи, ну почему ты не мог сказать? Плачешь, что ли? Клиники не обложены. У меня энергии всё. Нет. Он снова Илон. Да, а, там охлаться две. Важно. Там две охлаться, сбивай давай. Это уже не важно. Точно, вот, то есть не сбивай, а держи наготове. У меня 90 стратов летят на его кома. Дай мне 5 генов. А у меня энергии, оказывается, тоже нет. Оказывается, а я тебе говорил, заводы без генов вот здесь не строите. Мегалита я тебе полчаса назад достроил, ты так его никуда не повел. Это больно. Это нормально. Ты знаешь, где классы? Очком посвети. Я тебе передал обратно очко, я не знаю, каким пользоваться. А, что значит, там вот есть как-то разогнать туман войны, называется. Вот на эту хрень не надо же. Там все это умно. Но у меня энергии нет, чтобы им пользоваться. У тебя ком безопасности стоит? Ну, я тебе перелив энергию. Скауте. Я все заводы вернул. Это была проверка королем хлебушка, как он распоряжается. У меня умника нет, или у тебя нет? Сейчас я очко наведу. Сиду придется научиться. Не знаю, если или нет умника, сейчас будет. У меня энергии не было. Просвети, пожалуйста. Верни очком и разгони туман войны. Разведчик? Да. А, я нашел все, вижу. Не плачь. Там две охлассы. Еще раз, просвети их заранее. Ты должен видеть их. А ты помнишь, я тебе 10 минут назад сделал, сказал с 15 заводов или там с 10 делать флаги? Ты их делал? Нет. Вот здесь свети. Твоя понимать? Твоя слышать? Твоя не реагировать? Нет, не увидел, где эти вот, заводы. Вот, тебе сколько пингов надо? Она же перемещается, и пинг надо новый делать. Я думал, ты вообще про заводы говоришь сейчас. Ты думал, что по центру страты? Ахласса слева. Лучше Ахласса убей. Страты не убьют ничего. У тебя мегалит до сих пор на базе. Так оказывается, Ахласса по нам уже долбанула, а я даже не видел. А я уже одну сбил, только она смерти. Все уже, у нее нет охлаз. Нет, главное то, что я не видел. Вот в чем штука. Я тебе пропустил. Даже сказал об этом. Я не слушаю. А у него сколько хп, это смотреть, 35 тысяч, вот почему он долго так убивается.
даже не верится, что мы смогли это выиграть. А почему не верится? Ты не привык выигрывать, что ли? Привык проигрывать? Я не привык. Я вообще играю всего два раза. Это, пошли куда-нибудь. Кратку. Мне место надо. Только не говори, что как не знаешь, как пользоваться руком. Давай я тебе дам. Точнее, нет, я специально для тебя второе очко сделаю, чтобы у тебя свое очко было. Это, и вот научись им пользоваться, в пустое место посвети, куда-нибудь, вот туда, на нераскаученные базы. Там первая, как-то в панельке снизу, левая иконка. Быстрее. Сейчас игра закончится. Где оно? Я, там же, вот здесь. Вот оно. Все, вижу. Вот. Разогнать туман войны. Да, вот оно. Посвети вот. На дохлую базу. Вот, там очко появилось на той базе. А, все, понял, теперь разобрался. Токсиканский полуостров снова безопасен. Почему у тебя все Сига заводы запаузены? Мог бы с них корсаров поднять. Потому что ты говорил, у тебя нет энергии, и я их запаузил, потому что воздух мы все равно выиграли. А ты гены не пробовал делать? У тебя столько сокрушек. Я делал в этот момент гены. А хранилище энергии делал? Хлеб научи играть. Ну, у меня было аккумуляторов 10 всего. А у меня все убили, наверное. Не вижу, где. Я их точно строил. 800 копеек реклейм. Я, скорее всего, отойду минут на 15. Ну, начинай искать. Кого искать начинать? Мне кажется, мне дали рейтингов 20.